Что такое? Перестань кричать! Эй, какого черта ты забыл в женской душевой? Ой, я, кажется, не туда зашел. Мы тебя обыскались. Пошли в комнату, все нам расскажешь. В общем, он хочет, чтобы я была в команде. Я не знаю, как поступить. Спятила. Конечно же, отказываться. Тут и речи быть не может. Она права. Чемпионат – это все-таки серьезнее обычных тренировок. А если тебя рассекретят, знаешь, сколько проблем у тебя будет. Плюс ко всему, подведешь всю команду. Порой наступает такой момент в жизни, когда... не знаю. Если ты действительно любишь этого человека, то ты должна пойти на риск. Ты ведь ради всего этого и затеяла эти переодевашки. Сама посуди. Так, девчонки, я предлагаю немного расслабиться. Ну, и что вы сидите? Пошли, пошли! Меня зовут Эмили, и это история о том, как один мой безответственный поступок изменил всю мою жизнь. И да, я выгляжу именно так. Ну что, девчонки, кто куда поступил? Я на юриспруденции. Меня туда родители засунули. Говорят, престижно. Мы с Трейси на экономическом. Будем деньги зашибать. Не говори ерунду, мне просто корочку нужно получить, а к экономистам не придираются. Я, походу, одна выбрала профессию, которая мне действительно нравится. Журналистика у меня в крови. Осторожно! Извини, я случайно. Нормальненько. Первый день всего в универе, а тут какого-то хрена в меня мячик летит. Да он же маленький. А ты в курсе вообще, что он еще больнее бьет? Слушай, а горячая штучка эта блондиночка. Ладно, девчонки, пошли в кампус. В первый же день столько пар наставили. Это капец просто. Кто там? Да. Ну чё, пацаны, узнали расписание? Жизнь удалась? Мамочка ругать не будет? Придурок. У нас тут скоро массовое ПВП. Вы нам очень нужны. Да, хавчик прихватите. Ну чё там, дома с ПВП намечается? Так, чё стоим? Погнали! Дилан, дуй в супермаркет, накупи булок с клубничным джемом. Вот это тема! А, ты всё борзеешь и борзеешь. Ну, вместе пошли, клубничный мой. Фу, блин! Да ладно! Хрен с тобой. Ну, а я до машины. Сколько раз можно говорить? Никаких игр на рабочем месте. Да твою мать! Ой, это я не вам. Да я тебя! Сэр, вас там спрашивают. Кто там опять? Ах, да. Сам наверняка играет, а другим не дает. Блин, этот придурок меня опять завалил. Опять тот самый? Да задолбал уже. Постоянно, когда пытаюсь атаковать, на меня накладывают дебаф. Сейчас вернусь, и хана тебе будет. Жду сладкий. Короче, мы сейчас будем одну тварь сливать. С того самого? Все, пацаны, собрались. Есть. Двоих слила. Пойду кофейку хряпну. Вот же придурок. Симпатичный придурок. Да вообще плевать, у меня теперь из-за этого симпатичного придурка шишка на полголовы. Ой, не преувеличивай, ее и не видно. Девчонки, может, отметим поступление? У меня тут в сумке кое-что есть. Да, именно этого сейчас и не хватало. Привет, девчонки. Ну как, освоились уже? Привет. Да, все хорошо. Пойдем, выйдем на минутку. Дело есть. Что такое? Ну пойдем, пойдем. На автозаправке проблема с бумагами. Твоему отцу нужна помощь. А Сара разве не может с этим справиться? Ее сегодня не было, а там такая кипа бумаг накопилась. Твой отец не может оторваться от дел, чтобы разгребать их. Хорошо, поехали. Сейчас подругам скажу. Девчат, я отъеду ненадолго, не теряйте. Голова болит? Да один придурок запульнул меня мечом для сокера. В смысле? Да просто сидели с девчонками, разговаривали, а потом прилетело. Да забей, это не важно.
Лучше расскажи, как твой первый день в универе. Какие однокурсники? В основном все парни, только пара девчонок. Да и я не удивлен. Девушка-программист вообще странная смесь. Ну, а в целом, хорошие ребята. Это хорошо. Привет, ребятишки. Каким ветром вас сюда занесло? Слышала, у тебя проблемы с бумагами. Приехала помочь. Брэдли меня сдал, да? Ладно, пошли внутрь. Да я и сам не думал, что Сара будет откладывать все на потом. Вот они, издержки работы. Ладно, не волнуйся. Я понимаю, у тебя и так много работы. Я помогу. Как первый день в универе? Да ей уже кто-то умудрился мяч для сокера в голову запульнуть. А что только не будет у вас в универе. Развлекайтесь, веселитесь. Помню свои университетские годы. Я был еще тем. Ну неважно, не будем тебя отвлекать, Ами. Поеду домой. Ты вчера говорила, что давно не была на прогулке. Как насчет встречи? В парке, например. Я не против. Только я голову недавно помыла. Возможно, задержусь. Ничего страшного. Буду ждать тебя там, у карусели. Ами, хотел узнать, ты уже закончила? Мне тут просто из налоговой звонили. Спрашивали про бумаги. Да я уже почти разгребла. Да без проблем, сейчас будем. Слушай, отец звонил, нужно ему бумаги завести, он с мамой в парке. Окей, залезай в машину. Без тебя бы мы провозились фиг знает сколько. Мы поехали тогда домой. Слушай, давно на американских горках не каталась. Пойдем! Я задерживаюсь. Скоро буду. А ты что здесь забыл? Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть.